замес теста — это мука, соль, дрожжи, вода. По этому рецепту Марина Михайловна печет хлеб с 1986 года. Меняются поколения покупателей, меняется оборудование пекарни, но хлеб для россиян по-прежнему очень важная часть завтраков, обедов, ужинов и перекусов. Поэтому так остро покупатели реагируют на изменения привычных ценников. Пекари говорят, что сами вынуждены реагировать на повышение цен у своих поставщиков. Подорожало абсолютно все, абсолютно по каждой категории есть подъем цен. Рост цен на муку очень высокий. И он предполагается еще, да, то, что мы слышим от своих поставщиков, что, допустим, следующая поставка будет еще по большей цене. Сахар, маргарин, дрожжи, молочные продукты, все, что используется в хлебопечении, все абсолютно подорожало. Производители хлебопекарной муки и дрожжей уже предупредили об очередном повышении цен. И такая ситуация не только в Мордовии, но и в других регионах. Реагировать пришлось на уровне правительства России. Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года. Вице-премьер подтвердила, что средства уже направлены в регионы. Вот собственное распоряжение правительства страны, где перечислены территории и суммы субсидий. Для хлебопекарной отрасли Мордовии предусмотрено 12 727 тысяч рублей. Виктория Абрамченко призывает субъекты оперативно подготовить свои субсидии для пекарей. В целях поддержания предприятий хлебопекарной промышленности в соответствии с постановлением правительства Республики Мордовия номер 17 от 25 января 2021 года предприятиям хлебопекарной промышленности предусмотрены субсидии из расчета 2525 рублей на одну тонну произведенного и реализованного хлеба. Производителям компенсируют заморозку цен по двум основным позициям – батон нарезной и хлеб ржаной. Их чаще всего покупают россияне. 2,5 рубля государственных субсидий на килограмм хлеба. Представители отрасли говорят, что благодарны за любую поддержку бизнесу в сложные времена. Тем более, что уже пользовались похожим механизмом во время пандемии. И тогда это сработало. Хотя сейчас скачок цен на сырье гораздо выше. Данной субсидией могут воспользоваться предприятия, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного срока хранения. Условием предоставления субсидий является не повышение цены на хлеб в месяце получения субсидии по отношению к средней цене, сложившейся у предприятия в предшествующем месяце. В правительстве подчеркивают, что ни о каком искусственном регулировании цен на хлеб речи не идет. Мораторий на повышение хлебных цен будет действовать до конца этого года. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин. Наши новости.